Всем привет, дорогие друзья! С вами Евген Бро. Смотрите, какой мега крутой домик. Я над ним очень сильно старался. Я его строил 3 дня и 3 ночи. Реально. Вы просто посмотрите, какой дизайн. Не нравится дизайн? Окей, давайте посмотрим на горы. Смотрите, какие горы. Ну, правда, горы я не сам строил. Ладно, смотрите, крутая механическая дверь. А нет, не механическая. Ну, ладно. Давайте посмотрим интерьер. То есть, смотрите, как все классно сделано. То есть, вообще же, ну, реально круто. Ящик. Блин, меня обокрали. В ящике пусто. Меня обокрали. Блин. Ну ладно, короче, смотрите. Дом реально же крутой, да? В общем, народ, я надеюсь, вам понравился этот домик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Да ладно, ладно, это все была реально шутка. Смотрите, берем землю, ложим в сундучок и смотрите, что происходит. Открывается тайный проход. Мы прыгаем сюда и смотрим. Тут находится комната с различными механизмами. Я вам сейчас покажу. Это, конечно же, маленький уютный механический дом. То есть я вас не обманул, я вас в начале видео разыграл. А, ладно, давайте посмотрим, что тут еще есть. Смотрите, здесь есть такой рычаг. Мы на него нажимаем, и магия! Открывается дверька. Красиво, да, открылась, согласитесь? Тут у нас находится комната, где мы можем, не напрягаясь, добыть абсолютно любые ресурсы. То есть, вот, смотрите уже, что есть. Мы нажимаем на кнопочку, и добавляются ресурсы, какие только мы пожелаем. То есть, мы можем нажать рычажки, и ресурсы эти будут вот капать. Они вот, видите, капают. В общем, мы можем все выбрать и, соответственно, никогда не заморачиваться по поводу ресурсов. Все очень классно. Окей, давайте пройдем. Еще кое-что покажу. Интересную конструкцию. Так, закрываем дверьку. Магия! Далее, смотрите, этот механизм, что он делает? Это называется мега-выбрасыватель. Смотрите, мы встаем на эту штучку, нажимаем на кнопочку и смотрите, что произойдет. Йо-хо! Блин, реально классно, народ. Я надеюсь, вам понравилась эта конструкция и эта идея. Поэтому, друг, позови кого-нибудь на канал, друзей, знакомых и так далее. Пишите обязательно комментарии, понравилась вам идея или нет, что вы еще хотите увидеть. А также подписывайтесь на канал, если вы не подписаны, ставьте лайки. С вами был Евген Бро. И всем пока и хорошего настроения. Bye-bye.